пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписи с издевательствами российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, ну, если первыми их поймают, те, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами. Нас услышали. Хотел бы забегать вперед, что через час, два работы, три, может быть, мы будем готовы что-то вам сказать. Спасибо.